У жизни хватка цепкая, пути непредсказуемы. На них преграды часто расставляет нам судьба. И наша лень, бездеятельность тем больше наказуемы, чем чаще отвержены жалеем мы себя. В погоне за желаемым мы улетаем мысленно, отбросив нам приевшийся обыденный досуг. Но время скоротечное, безжалостное, вечное, нас встряхивает заново, как сотни тысяч рук. Что жизнь? Хитросплетение, загадка, ребус разума, тьмы лютые свечения, затейливый контраст. Победы, поражения, успехи и падения — все это заготовлено для каждого из нас. Так стоит ли печалиться? Мой друг, одно запомни ты. Вкус счастья будет пресен, не разбавленный тоской. Все в этом мире временно. Но не дели минутами свой путь, давно начертанный неведомой рукой.